Это мой чек. Девушка, отпустите меня вот, согласно чекам моим оплаченным. А деньги-то маски, я вас отпущу. Вы обслуживать отказываетесь? Я-то вам оплатил. Вы отказываете в обслуживании? Да, я вам... отказываю в обслуживании. Нам это разрешено. Если человек не одел маску, мы ему имеем право... На мне маска есть, одета или надета? Оденьте, нормально, маска. На вас как она, девушка? Я с вами работаю. На вас как она? Я ну, на вас как она одета? Ну, на вас как надета она? Вопросов нет. Вопросов нет? Вы, да? Вы мне будете указывать, как мне ее одевать? Я на подбородке маску а не у вас ношу. Где? У вас органы дыхания открыты. Вы ее будете носить ради на носу, Бога. В том числе. Идите на кассу, делайте возврат. Я вас не отпущу. Да, вы мне не указываете, что мне делать. Вы отказались обслуживать, да? Да, у нас есть разрешение. Если у вас разрешение есть, да? Одевать маску, хорошо. Мы имеем право. На вас я гляжу. Во-первых, не... Не знаете, я даже говорить больше вам больше ничего не буду. Не надо так. Со мной говорить. То есть я товар оплатил. Все, ради Бога. Я его исполнил.